Всем привет! Ну, понятно, что будет сейчас происходить. Меня это радует, потому что группу Jet Rattle я безумно люблю. Наверное, с детства. Я был совсем юн, когда услышал впервые Jet Rattle, и меня очаровала эта музыка так, что до сих пор я слушаю пластинки Jet Rattle, покупаю новые, хотя... Новые какие? Я жду, вот когда новый выйдет альбом, потому что все остальные у меня есть. Но, когда речь заходит о Jet Rattle, с кем бы я ни общался, ну, я имею в виду незнакомых людей, когда вот начинаешь с кем-то говорить, Jet Rattle, о, Акваланг. Ну, конечно, как же нам без этого замечательного альбома Акваланг? Здесь изображен не Ян Андерсон, как многие думают, здесь... Старик, нищий старик с фотографии, которую художник немножко переделал. И она стала немножко похожа на фотографию, на картину с изображением Яна Андерсона, отчего он страшно злился. Здесь тоже немножко похоже на группу Jet Rattle все. Так, Андерсон очень злился, ему не нравилось это все. У меня их два, один американский, другой... Совсем новый, американский настоящий, кстати говоря. Вот. Так что горжусь этим делом. Хотя глупо гордиться, чего гордиться. Нашел пластинку, докупил. Никакой гордости в этом нет. Но пластинка очень хорошая, действительно, очень хорошая. Записана в трудных условиях, в очень хорошей студии Island, которую построил в Лондоне. Студия была абсолютно новая, по последнему слову техники оборудованная, огромная. И когда музыканты Jet Rattle туда пришли, они не то чтобы испугались, но оторопели, потому что они в таких условиях никогда не записывались. И вообще не очень хорошо еще некоторые из них играли. Например, Джеффри Хаммонд, бас-гитарист, которого взяли в группу вместо Джона Гласкока, ушедшего во время тура практически Jet Rattle, по неизвестным причинам. Очень много версий его ухода, то ли его выгнали за пьянство и прочие удовольствия. То ли он сам ушел, то ли был какой-то конфликт, то ли не было конфликта. В общем, можно прочитать массу интересного про Джона Гласкока, про его расставание с группой Jet Rattle. А бас-гитарист, он был высочайшего класса, просто супер. Ранние концерты, вот ранние концертные записи ранних концертов, чтобы правильно выразиться. Не дадут соврать, можно послушать и насладиться игрой Гласкока там. Но пришел Джеффри Хаммонд, который вообще играть не умел, как говорит Андерсон. Ну, Андерсон человек язвительный достаточно, и он может и приврать, но говорит, что учился просто на бас-гитаре играть на глазах. Сидел, занимался, Андерсон показывал ему, как дергать струну, как правильно зажимать, как играть ритмично, чтобы это было хоть как-то... На месте. Вот такая демократичная обстановка была в группе, на самом деле. Никто не проводил кастинга на лучшего бас-гитариста, а научил, хотя все остальные играли замечательно. Правда, Андерсон ругал Мартина Барра, который в самом начале карьеры плохо справлялся с блюзовыми историями на гитаре. Но потом научился, и все мы знаем, как блестяще играет Барр на гитаре. Ну, Акваланг. Значит, пришли они в студию и не понимали, чего делать, потому что огромное количество каких-то было на тот момент времени, да, 70-71 год, на тот момент времени новейших обработок звука. Я не знаю, какие там были в 70-м году обработки звука. У них на сегодняшний день очень простые, но, тем не менее, они были, и их было много. И музыканты не понимали, что с этим делать. Начали играть, все звучит ужасно, все не так, все неправильно, и, в общем, был полный какой-то раздрай. Но начали постепенно с этим справляться. Запись была многодорожечная, ну, я так понимаю, что четырехдорожечная все-таки. И эту пластинку они писали по треково. Хотя звучит все вроде бы как вместе, все правильно, все слитно, но когда начинаешь внимательно слушать... Чувствуется, что это потрековая запись. Очень много писал Андерсон сам, например, песню «Locomotive Breath».
как он рассказывал, никак не могли они с ней совладать. Ничего не получалось. Получалась какая-то каша из «Локомотив Брайт». Андерсон тогда сел за барабаны, записал бочку и хэт. Потом записал акустическую гитару, а потом стали на все это дело накладывать остальные партии. Наложили, потом приклеили фортепианное соло сначала. Точнее, не соло, точнее, но кусочек фортепианной партии приклеили. И сложилась песня, заиграла, просто заискрилась и стала мировым хитом. Песня, которая всегда звучит на концертах Jet Rattal. Чаще всего на бис, и зал просит, ждет «Локомотив Брэд», когда же эта штука случится. Музыканты были уставшие все. Все были уставшие, особенно Ян Андерсон был уставший. И песни писались у него... Что, о чем я говорю? Был огромный тур, американский тур. В Англии группа была не очень популярна на тот момент времени. А в Америке шло все на ура. И был грандиозный тур американский. На разогреве у Jet Rattal играла группа Yes, ни больше, ни меньше. В определенный период этого тура. Андерсон очень напрягался, потому что у Yes все звучало, все свистело, все звенело, все было вылизано, вычищено. И они все говорили о цветах, природе, прекрасной жизни. Ну, такие хипаны настоящие. И очень хорошо все играли. И Андерсон немножко комплексовал по поводу Yes. Но вторая часть тура проходила вместе с Led Zeppelin. Уже Jet Rattal разогревали Led Zeppelin. В одной гримерке все существовали. Еще не были все такие пафосные, как нынче. И, в общем, иной раз они и убирали Led Zeppelin. На концерте Jet Rattal звучали очень громко, очень мощно и очень необычно. И, ну, по крайней мере, они были наравне, две эти группы. Очень интересная была история, когда Роберт Плант украл у Андерсона пальто в гримерке. Потом много-много лет спустя они встретились, и Плант извинялся за то, что украл Андерсона пальто. Они немножко повздорили, ну не то чтобы повздорили, но как-то так не очень тепло поговорили, и Плант решил отомстить, спер старое пальто Андерсона из гримерки. Вот такие замечательные истории. Но про «Акваланг». Пластинку называют антирелигиозной, антиклерикальной. И вообще такой очень резкой и жесткой. Она действительно резкая и жесткая. И в Америке ее запрещали на радиостанциях. В Англии тоже запрещали передавать песни из этого альбома на радио. А в церкви в Америке, в церквях, точнее, американских... Ну, американская церковь вообще предала анафеме этот альбом. Он повторил судьбу Джона Леннона в этом смысле. Когда тот заявил, что «Битлз» популярнее, чем «Иисус Христос», там тоже ломали пластинки, сжигали их, выбрасывали, разрывали конверты и все такое прочее. Андерсон же говорит, что песни были написаны очень быстро. Часть из них была уже готова. Некоторые песни еще со времен «Бенефит» были в сознании уже и в пальцах. Но он говорил, что говорит, в моей жизни не было каких-то таких драм, серьезных травм, событий, которые бы повлияли на то, о чем писать песни. И пришлось выковыривать из памяти детские воспоминания, детские эмоции, детские впечатления. И много этих впечатлений были связаны со школьными годами, с посещением англиканской церкви, когда их детей заставляли надевать килты, или килты, строем ходить. И он очень, его это все очень раздражало, вот эти строевые походы. И все. И он выразил все свои юношеские мысли в песнях, которые входят в альбом «Акваланг». Что мне нравится? Ну, сама песня «Акваланг». Конечно, все ее знают, все ее слышали. Посвящена она тому, что Господь создал человека, человечество. И в каждом из человеков, из людей может заиграть, загореться божественный огонь. Даже в таком ублюдке, как акваланг. Примерно вот об этом повествует полотно.
акустическая часть перерастает в жесткую электрическую. Три раза меняется форма. Очень все интересно, настоящий хит. Но мне больше нравятся здесь на самом деле акустические вещи. И прошло время, возраст мой изменился. Я не знаю, что со мной случилось, но моя любимая песня теперь здесь — это «Cheap Day Return». Короткая акустическая песня. Андерсон записал ее один, пришел в студию раньше всех, никого еще не было. И он говорит, что... Кстати, студию арендовала группа Led Zeppelin, вот эту грандиозную. Андерсон сказал, что сам бы он никогда в такую огромную студию не пошел, неуютно ему было. Но Led Zeppelin ее арендовала, они как-то были вместе там задействованы в этом деле, и пришлось им там записываться. Время надо было экономить, Андерсон пришел раньше всех, время идет. Он сел, взял акустическую гитару, сам все сыграл, сам спел. Там две гитары он наиграл акустических, потом... Был добавлен оркестрик небольшой туда. Получилась удивительная, красивая, на мой взгляд, одна из самых красивых песен на альбоме — «Cheap Day Return». «Mother Goose» с акустикой, тоже перерастающей, правда, в электричество, очень интересная. «Wandering Along» тоже, собственно, акустика коротенькая, очень красивая. «Up to Me» — очень злая песня, очень злая, очень резкая и вызывающее раздражение, конечно, у истеблишмента всякого. Потому что она такая про простых людей и про их убедительное настроение. «My God». «My God» с прекрасным флейтовым соло, классическим. Андерсон говорил, что песню «My God» он будет исполнять всегда, сколько бы он ни жил, на всех концертах. Обращение к Богу, его осмысление Бога. И он говорил, что пластинка ни в коей мере не является концептуальной, как ее называли все. Джет Ротал записали концептуальный антиклерикальный альбом. Ничего подобного. Андерсон говорил, что он абсолютно следует заповедям. Все мы читали их в Библии, да. Полностью его все устраивает. Оценил послание Господне. Устраивает Андерсона, все хорошо. Его не устраивала формальная часть англиканской церкви. Вот ее-то он и критиковал. Она ему очень не нравилась. И он пел, собственно говоря, о том, что Бог – это одно, а англиканская церковь – это совсем другое и не совсем имеющее отношение к Богу. За это и получал. В общем, достаточно серьезно. Гимн 43. «Блюз для Иисуса», как он называл эту песню. Тоже тяжелая электрическая вещь, но в отличие от «My God», Андерсон говорил, что если его заставят эту песню петь еще, он будет, наверное, покончить с собой, потому что невыносимо. «Slipstream» – вот еще один бриллиантик акустический. Опять Андерсон на гитаре, опять оркестр, опять удивительная красота, свежесть. И здесь... уже не мешает то, что это потрековая запись. Вот чувствуется какая-то живость, какой-то воздух есть, вот какая-то правда в этом существует. Так получилось. Хотя потрековость, она всегда убивает, в общем-то. Ну, не совсем убивает. Все хорошо, мы к этому привыкли все, и музыку воспринимаем потреково записанную как само собой разумеющуюся. И все так пишут вообще. Уже давным-давно все пишут потреково практически. Только отчаянные парни вживую записывают бенды. «Локомотив Брэс», я уже говорил, бронебойный хит, невероятный, злой, посвященный смерти, в общем-то, потому что мы несемся в неуправляемом поезде, и нам из этого поезда не спрыгнуть. А машинист уже забил на все, выдернул рычаг, и ничего ему не надо. Несется куда-то, не знаю куда. И «Wind Up» песня последняя, она очень интересная. Она, мне кажется, вполне могла бы войти в альбом вот этот самый «Too Old Rock'n'Roll, But Too Young to Die». Как-то она по структуре, по построению, по настроению, она очень похожа. Она ложится прямо вот на 76-й год почему-то. Очень красивая. Мне очень нравится как раз вот этот альбом «Too Old Rock'n'Roll». И песня «Wind Up» прямо вот... прямо, кажется, опередил время, в общем-то. Хотя он опередил время по полной схеме всеми остальными песнями. И «Акваланг», и «Cross-Eyed Mary», и «My God».
Локомотив Брэд, все они звучали, по крайней мере, не знаю, что сейчас там будет происходить на концертах, но на всех последних концертах, которые играла группа Джет Ротал, все они звучали в качестве бисирования, потому что до сих пор это главный такой трейдмарк группы Джет Ротал, пластинка «Акваланг», незабываемая и, на мой взгляд, обязательная в коллекции любого меломана. Мне так кажется, во всяком случае. Может быть, я ошибаюсь. «Акваланг», Джет Ротал – один из шедевров музыки 70-х годов. Да что там 70-х, 21 века. Пошел пить. Бай-бай, пока.